Саша! Все у нас пришли, родители, все. Так, ну что? Ну что, дорогие мамы, папы, бабушки, у нас есть, я не знаю, даже все так молодо выглядит, да? А с наступающим вас праздником. И мы тоже начинаем уже встречать Новый год вместе с нашими фишками. И наш маленький концерт, наш маленький праздник как раз вот и посвящен встрече Нового года. Но у нас не детки встречают Новый год, а зверюшки, наши юные актеры. Сегодня очень будем стараться, и все, что мы сумели вам показать, я надеюсь, вы правильно оцените.
начинается праздник новогодний, чудеса случаются. Мы будем веселиться, петь и танцевать. Кого же мы будем на праздник? Кого еще? Лягусы, зайчики, лисичка, медведиха. А бабу-ягу позовем? А кого мы позовем на праздник? Ну вот Дед Мороз еще, наверное, долго будет, потому что Баба-Яга проказница нам что-то решила натворить. А Снегурочка точно к нам скоро появится. Давайте мы ее позовем. Она Гурочка. А Снегурочка. Это... Снегурочка. А ты громче. Снегурочка. Снегурочка. Кружится снежинок, на часах старинных, на часах старинных. Сосновый садовый.
Thank you.
Звезды новые, вот рассвет, зима веселая, ёлки, и теперь всего дня.
кого только не повстречали наши зверюшки в лесу, даже серого волка. А что случилось, мы сейчас вам расскажем. Дело было в январе, стояла елка на горе, а возле этой елки бродили злые волки. Вот как-то раз ночной порой, когда в лесу так тихо, встречают волка над горой зайчата и зайчиха. Кому охота в Новый год? Попался лапы волку. Зайчата бросились вперед и прыгнули на елку. Они прижали ушки, повесли как игрушки. 10 маленьких зайчат висят на елке и молчат. Обманули волка. Дело было в январе. Подумал, елки у нас, да? Наша елка! Сашенька, подожди еще. Кира. Не бежи. Что за шум? Не бежи. Что за шум? Что за треск? Кирунчик. Ну что за треск? Что за шум? Что за треск? Почему? Пустите гнутся, сушки ломаются. Ай, за мишку я крепко вылегла. Мишка Гумми-бер, хрустящий гумми-бер, я мармеладный вкусный пухлый Мишка Гумми-бер. Я Мишка Гумми-бер, хрустящий гумми-бер, танцующий, поющий, милый Мишка Гумми-бер. А я гумми-гумми-гумми-мишка Гумми-бер, гумми-гумми-гумми-мишка Гумми-бер. Я мишка гумми-бер, хрустящий гумми-бер, я мармеладный вкусный пухлый мишка гумми-бер. Я мишка гумми-бер, хрустящий гумми-бер, танцующий, поющий, милый мишка гумми-бер.
Подуй, 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 подуй.
ну-ка еще посчитайте чуть-чуть. А у вас елка-то есть, что на елку? Мы же заранее подумали, как вы там елочку зажгли, заранее елочку, да? Ай, знали, что вы попросите. Краса! Там пушисто! Это мама, что моя! Чтоб на елке мы зажгли разноцветные огни, хором скажем, раз, два, три, елочка! Горит! О, она волшебная, уже горит, да? Дедушка Мороз, на подалки. Понятно. Я только задумала. Без подарков не останетесь, не переживай. Как без курочка. Я тоже. Вот мама, я дома. Да. Ну, ребятки, на Новый год обычно все добрые, да? Вот одна беда, у нас Баба-Яга осталась пока еще не очень добрая. Может, может, ее волшебство случится, как вы думаете, а? Что такое? Чего я не пойму, сколько я не колдовала, злой она совсем не стала. Скучно мне одной. Может, возьмете меня к себе на праздник? Да. Баба-Яга, а ты загадки загадывать умеешь? Попробую. Ну, Баба-Яга. Очень добрый. Красный нос. Бородой весь дорос. И подарки нам принес. Кто же это? Дед Мороз. Смотрите, Баба-Яга, оказывается, умеет загадки загадывать. Ну, что он на меня сидит? Саш, как ты думаешь, что... Это я хочу. Я на чужом. Я знаю, что Дед Мороз еще игры приготовил, не только подарки. Но нам надо еще Бабу-Ягу как-то вот простить, да? Ну, Саша, что ты предлагаешь? Нам, конечно, веселей становиться, яга добрей. Ну что, будем яга добрая, да? Ну, постараемся. Видите, она свою злую метлу бросила, да, пришла без метлы. Это метла свое злое волшебство нам колдовала. Как только она бросила, метлу бросила, снова стала хорошей. Девочка, я трудно. Да, море ее хорошо, ребята, да. Она не хотела. Она больше так не будет. А то, что я еще раз говорю, без подарка оставила. Я его подарила. Хорошо. Я. Так, ну что, Дедушка Мороз, поиграем с ребятишками. Ну что, давайте. Давайте. Вы песенки петь умеете? Да. Скажи. На год. Ну давай, мы сейчас в кружок ставим, потом поиграем. Поймал, убежал. Какой ловкий, а? Ловкий. Ну, Дед
открыли вам ворота, хорошо. Заморозили девочку одну, да? Хорошо, да? Ну что, давайте. Сейчас мой олень еще не совсем все привез, я жду. И снеговик почтовик тоже по дороге. Сейчас все принесу, а мы тут пока... Так, а мы пока в лесу родился, мы... Кирпицелос, песня одна. Вдруг навстречу прыгнет скок, учится зайка со всех ног. Встанем. Ну, музыку я не нашла, мой пропал, да? Пропал. Есть? Все, нашли. Все, нашли. Это песня, которую все детишки знают, да? Мы сейчас даже елочку в центр выставили, да? И вокруг елочки будет хоровод водить, да? Так, давайте, мамы, папы, бабушки, вставайте к дому. Ну, давайте, Сережа, выстелим, да, Сережа, выстелим. Я просто, мы просто вокруг елочки хоровод поводим. Так, она? Все, хорошо. Ну, пошли все. Так, вы все помните эту песню. Мама, лето стройная, зеленая. Дедушка Мороз, а ты наши письма получил?
получать. Дайте-ка я, наверное, возьму свой мешок, сяду. Да, ага. И да, да, да. Я ваше место получил. Знаете, что я вам скажу, ребята? Так. Ой, проверяй, это волшебный мешок. Все хорошо, да. Не переживайте, все в порядке. Ребята, что я вам хочу сказать? Вы большие молодцы. Я когда пришел, думал, в двери сидят. Смотрю, зайцы, белки, мышки. Смотрелся детки. И все такие милые, такие веселые, так красиво улыбаетесь. Не белки, а лисички. Ой, ну это лисички. Лисичка, да. Вы очень красивые и очень зарядные. Вы себе передавали письмо для меня? Нет, письмо, можно писать письмо, Сашочка. Ты писал письмо. Да. Ну что, волшебный.